Вот больше и не надо. Потому что иногда в городе нужен ножичек. Все-таки я сталкивался раза три за неделю или два. Вот мне пришлось. Думаю, блин, ножа нету, жалко. Там не вскрыть, тут не открыть. Тут не подрезать. Вот надо было мне там пару раз. Ну, Викторинокс таскать с собой. Ну, таскать приходится Викторинокс. Потому что с таким куда-нибудь вдруг решишь зайти в музей, в кино и так далее. Могут там на рамках, особенно в Москве ходишь, там вечно могут вопрос задать. А это что это у вас, зачем? Вот. Люди ж не думают, что ты можешь идти, зайди в кино, в кафе там, или на какую-нибудь выставку, а после этого на дачу поехать сразу, например. Понимаешь, как объяснить это? Ну ладно, вот такие вот у меня здесь предновогодние. Всем, братцы, удачи. Скорее всего же я больше снимать ничего не... А, вот еще один я забыл. Это кухонник. Тоже дишка. Еще раз про него покажу. Но это больше мясной. Можно и овощи, конечно, шинковать. Ну вот, не знаю, мне его я уделал как лесной тире кухонник. То есть можно и в лесу абсолютно четко им поработать. И как кухонный нож, он тоже, в принципе, хорошо. Сталь хорошая, D90. Режет обалденно. Заточка в линзочку опять идет. Никаких отдельных подводов нет. Легкая деревяшка. Ну, вот такие вот дела, братцы. Ну, все. Всем пока, всем удачи. Всех с наступающим Новым годом. Счастливо.